Я, конечно, буду болеть. Я всегда смотрю Евровидение. Вообще, эта песня такая классная, которую Лиза поет. Взрослая, более такое интересная там песня есть классная, которую можно потом добавить себе. А детская, ну не знаю, просто неинтересная вся. Представительница нашей страны – это гордость Республики Беларусь. Всей семьей будем болеть. Ну, не знаю, как бы я не могу сказать, потому что я не смотрю, не слежу. Песня нашей участницы в этом году будет достойная. Мне она понравилась и подходит для этого конкурса. Все, и картинка, и очень сильный голос, и техника хорошая, и сильная песня. То есть это довольно сложно собрать все вместе. В нашей стране очень много, к нашему счастью, очень много талантливых детей, способных, и хочется, чтобы государство им помогало добиваться успеха. Конкурс очень нужный, потому что он помогает молодым талантам раскрыться, заявить о себе, показать. В принципе, он объединяет столько стран. Это одна из возможностей детям себя показать, проявить. И те педагоги, которые с ними занимаются, тоже через детей могут себя также свою работу показать. Будем ждать победы.